Офигеть, что-то жесть какая-то. 60 хп осталось. 50 хп осталось. 40, и у него маленько совсем. Ну, давай, кто кого. 30, 29. Друзья, всем привет, с вами Капанда и добро пожаловать ко мне в гости. Мы продолжаем вместе с вами проходить мобильную игру Dungeon Defense. Так, смотрите, в первой серии, друзья, мы здесь наняли уже трех персонажей. Вот есть у меня призрак уже 21 уровня, и есть огр и также живой меч, друзья. Далее я в лаборатории здесь немножечко уже продвинулся, изучил вот этот вот супермаркет, а также образование, которое опыт за выполнение этапа увеличен на 100%. Давайте, наверное, не знаю, вот этот мини-банк еще возьмем. Смотрите, видите, у меня сейчас... Так, 3 дня осталось. Давайте мы возьмем 5 процесса из 60. Когда мы заходим в подземелье сюда, смотрите, друзья, вот она, эта лаборатория. Я начал ее улучшать. Очки за ежедневное исследование увеличены на 26. То есть сейчас у меня уже по 26 каждый день этих очков, чтобы здесь мне в лаборатории гораздо быстрее изучать. Так, у меня есть 9000. Давайте, друзья, что-нибудь апнем. Давайте банк маленько апнем. Восстановление не будем. Гнездо давайте апнем, получаемый опыт у нас увеличен. И что мы там еще апнуть можем? А, давайте здоровье подземелья еще маленько апнем. А теперь здоровье у нас 140. Так, славненько, друзья, давайте забежим в бой. И теперь смотрите, у нас еще доступна башня испытаний. Без понятия, что такое там, друзья. Давайте зайдем сейчас в бой, один день проведем, потом зайдем в эту башню, глянем, что у нас там будет. Напоминаю еще раз, это у нас типа Tower Defense режим. Смотрите, слева у нас персонажи, справа толпы врагов просто валят. И нам нужно защищать нашу башню. Вот у нашей башни 140 здоровья, есть перезарядка, есть скиллы, тут куча всяких разных способностей, куча персонажей. А тут, оказывается, можно оружие еще зачаровывать, можно перерождать как-то персонажа. Так, Басецкого убиваем. Так, вроде бы все пучком. Смотрите, есть магия, магия раз. Так, что-то все, что ли? Я думал, кто-то еще пойдет, либо еще кто-то пойдет. Так, я нанес 783 урона, огр 500 и наш меч там вообще сотенку. Так, ладненько, берем вот этот скилл. Так, наносит больше урона врагу. Ладно, давайте это изучим. Так, что у нас по шмоткам? Новое что-нибудь есть хорошее? Так, короче, всякий хлам. Выпал, все хуже, друзья. Стрелочка вниз, это все хуже, чем у меня. Поэтому мы жмякаем вот сюда, продать все, окей, и нажимаем продолжить. Так, я хотел посмотреть в лаборатории, сколько у нас там, смотрите, да, 2 дня осталось. Видите, 31 из 60, ништяк. Так, смотрите, друзья, вот есть снаряжение, можно купить снаряжение, это типа магазина у нас, да, то есть можно за денежку здесь вот всякие такие плюшки покупать, ну это ладно. Самое прикольное, что смотрите, снаряжение модификации есть, еще можно модифицировать, обалдеть просто, я это, друзья, еще тоже ничего не изучал, пока я не буду, наверное, это ничего делать, друзья. Аксессуары, о, аксессуар у меня есть, я что ли его не брал еще? Так, подождите, персонажи заходим. Так, 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 поставим вот сюда. Точно, у меня же был аксессуар. Смотрите, ожерелье. Урон увеличен на 5%. Шанс крита увеличен на 5%. И скорость атаки на 5%. Конечно, одеваем, обалдешечки. Так, книга аксессуар. А, это смотрите, какие аксессуары всего есть. О, так у меня какое-то вот это фиолетовенькое, что ли, эпическое, оказывается. Еще есть... легендарные какие-то, ёлы-палы, смотрите, сколько всяких колец крутых. А, где бы их взять-то? А, ладненько. Так, снаряжение продать, снаряжение зачаровать, смотри, друзья, можно также еще зачаровывать. Офигеть. Так, ладненько, я пока месяц так тоже делать ничего не буду, в разработке еще. Так, ладно, давайте посмотрим с вами башню испытаний. Что это такое? Вот здесь есть еще бесконечные волны, но они открываются только после 20 дня. У меня 12. Ну что, друзья, как обычно, набираем 1000 лайков. Я набираю здесь 20 день и снимаю продолжение этой мобильной прикольной игры. Давайте с вас 1000 лукасов, с меня бесконечные волны. Зайдем и глянем. Но сейчас я хочу зайти и глянуть башню испытаний. Что это такое? Давайте забегаем.
Так, башня испытаний. Первый этаж F1. Восстание. Способность босса периодически призывает фермеров. Награды. Так, а это сложность. А, смотрите, мы меняем сложность, и у нас здесь возрастают какие-то награды, да, друзья? Так, это что за стрелочка? Так, башня испытаний. Смотрите, их куча. Последний шанс, способность босса. Так, ну это 7-й этаж. Давайте мы с самого начала начнем, наверное, потихонечку. Восстание. Давайте поставим, ну не знаю, Путин. Давайте попробуем эту, вторую сложность, друзья, герой. Не знаю, что у нас получится. Это что такое? 10% ожерелья, а на мастере 100%. Да? Это шанс выпада, наверное, не знаю. Давайте, друзья, забегаем. Посмотрим, что это такое. Так, башня испытаний, башня испытаний. Так, начинаем дамажить их. Дамажим, дамажим, дамажим. Они идут, 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 идут. О, Байсетский уже выполз. А, капец, что-то он какой-то жесткий. Мне кажется, он сейчас дойдет, друзья. Что-то он толстенький маленечко. Так, кто-нибудь его отбросьте назад. Надо бы на сложность поставить поменьше, друзья. Так, 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 139 хп. 100... А, жесть, так, нижних, верхних. Больно, 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 больно. Бьют со всех сторон. Уаа, фига себе, я 1300 надамажил. Меч 300 и огр вообще 400, тоже мало. Так, ремонт, сохранить, давайте сохранимся. Достижения, смотрите, друзья, куча достижений какие-то у меня уже открыты, да? Ладненько. Так, 11 тысяч, давайте зайдем в лабораторию. Здесь у нас учится, да, маленечко. А, я же дни-то не про этого, не проходил еще, друзья. Дни не проходил, подземелье. Так, зато мы набрали денег, да? Так, давайте возьмем что? Давайте вот это возьмем. Лабораторию. Комната битв, урон увеличен на 4%. И вот это возьмем. Так, а я могу туда теперь еще разок сходить, интересно, башня испытаний? Ну-ка, 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 да. Также на герой, да, попробуем сходить. Медаль испытания. Так, давайте-ка. Вы уже пытались башню испытаний сегодня. А, подождите завтра. А, понятно, каждый день, наверное. Ну-ка, а второй вот этот я могу. Этаж. Тоже не могу. И на другой сложности тоже. Все понятно. То есть башню испытаний можно проходить каждый раз. Поэтому, друзья, давайте зайдем сейчас в бой. А, и потом попробуем обратно туда вернуться в башню, но уже на второй этаж, да? Так, ну здесь вообще на изи более-менее, у них хп быстро разваливается. Смотрите, мы уже прокачаны, довольно-таки неплохо, куча у нас скиллов. Смотрите, сейчас в конце эту волну запущу и вообще всех там на запчасти разберу. Вот смотрите, Басецкий идет, волну запускаем, бэнч. О-о-о-о, что-то он нормально так. Так-так-так, еще вот эти вот мелкие, очень быстро товарищи пролетают. Так-так-так-так-так-так-так, верхних тоже разбираем. Че, в принципе, все, да? В принципе, все. Что-то вот у меня вот эти вот мои соклановцы, мои тиммейты очень мало дамажат, друзья. Я хочу как-то их посильнее бы прокачать. Так, что по шмоткам? Шмотки выпали кокаха. Все понятно, продаем все. Ничего хорошего нам не выпало, да, друзья? Ладненько, продаем и продолжаем. Так, исследование завершено. Выберите новое исследование. Мини-банк. А стоимость постройки банк уменьшена на 50%. То есть, получается, друзья, теперь банк. Где у нас вот банк? Теперь, смотрите, мы можем гораздо дешевле его апать. Давайте мы его сейчас и проапаем, да? Денюшек, чтобы приносилось больше. Давайте, наверное, на максимум проапаем. Смотрите, он у меня уже 17 уровня. 10 тысяч максимальный уровень. Это просто жесть. Я чувствую, здесь можно играть вообще... годами, чтобы это все проапать просто. Так, заходим в лабораторию. Давайте вот сюда, наверное, пойдем. Смотрите, калькулятор, мини-банк, прибыль банка увеличена на 50%. То есть, смотрите, банк нам приносит сейчас каждый день по 1900. Если мы сейчас его увеличим, получается, на 1000 будет больше. Будет практически 3000, да? Ладно, давайте изучим. Пускай банк будет. Потом вот сюда куда-то дальше пойду изучать. Смотрите, тут сколько навыков всяких прикольных. Офигеть. Так, ладненько. Давайте изучаем тогда, да, лаборатория. 5 дней. Смотрите, 150 уже требуется, да. Поэтому, друзья, нужно вот эти штуку, лабораторию изучать, чтобы как можно больше вот этих очков исследований падало в эту лабораторию. И быстрее все изучалось. Так, башню испытаний. Ну-ка, могу теперь второй уровень пройти? Так, куда был первый? Давайте второй, тоже на втором, попробуем на геройском, а? Уровень сложности геройский. Не знаю, не знаю, не знаю. Набор
неплохой, редкий. Это, видимо, список наград, видите, то, что нам. И 10% то, что ожерелье может выпасть. Так. Нифига себе, уже что-то тяжело. Наверное, надо было опять пониже сложность выбрать. Так, а почему скиллы-то у меня так не закапливаются? Так. Что-то быстро, очень быстро, вообще жесть какая-то. Так, у нас 138, друзья. 138 хп и босс. Я не знаю, как босса надо дамажить. Очень быстро. Офигеть. Так. Пошли дамажить. Босс сейчас дойдет, мне кажется, друзья. Босс дойдет и хана нам будет. Капец, как скиллы медленно вылазят. Скиллы очень медленно внизу, видите, заполнены. Так, все понятно, нас, видимо, здесь, друзья, разберут, и у нас будет этот первый проигрыш здесь. Не знаю, навряд ли мы выживем. Надо было сложность поменьше поставить. Капец, этот маг сейчас дойдет до нас и начнет на нас дамажить. Так, 133 хп у меня. 133, 127, 120, 117, все, нам хана. Так, а мы можем выйти отсюда? Ну-ка, вот так вот, выйти. Бросить все несохраненные данные и вернуться к последнему сохранению. Да, давайте попробуем, друзья. Так, давайте попробуем. Мы здесь сделали вот так вот. Действительно, чтобы там мне ничего не потерять, друзья. Так, здесь я сейчас быстренько банк хотел проапать, да. И, в принципе, все у нас, все нормально, да. Да, в принципе, все нормально. В башню испытаний заходим на второй этаж. Только вот так вот, на путник, да, попробуем. Попытка номер два. Надеюсь, сейчас нас не так быстро разберут. Хорошо, что я вышел, друзья, да. И не стал ничего терять. В этом плане, конечно, удобно. Надо сохраняться было. Точно, надо, друзья, сохраняться перед каждым заходом. Особенно на босс. Когда мы там идем в дайлик, ну, обычные дневные, да, то там не так сложно. А вот здесь в испытаниях довольно-таки интересно. Так, и что-то мне кажется, опять у него хп очень много. Мне кажется, все равно мы его не разберем. Обалдешечки. Так. Напрягаемся. Булки. Так, ну, по крайней мере, до сих пор пока никто не дошел. Так, я по нему дамажу. Кто-то там по 20 сносит, по 7. По 30, по-моему, даже дамаг, да, пролетает. Вот эти еще мелкие гаврики маленько меня напрягают. На них приходится отвлекаться. Так, топорами его... Я у него снял только половину. И он мне сейчас будет жестко дамажить, друзья. 139 хп. Да, по ходу дела мне опять хана. Так. 120. Выживу, не выживу. У него осталось треть жизни. А у меня уже практически половина. Не, друзья, мы не выживем здесь. Мы здесь не выживем. Офигеть, что-то жесть какая-то. 60 хп осталось. 50 хп осталось. 40, и у него маленько совсем. Ну, давай, кто кого. 30, 29. Yeah, 25 хп осталось. 3500 я надамажу. Да, это было жестко, друзья. Так, а мне ничего особо не дали, да, друзья? Особо даже ничего не дали. Зачем я туда ходил? Так, зато теперь у меня хп осталось. У башни вообще мало, да? Ладно, давайте зайдем, друзья, в обычный бой. Мне очень интересно посмотреть, что здесь будут бесконечные волны. Интересно очень, да? Давайте забегаем в обычный день. По крайней мере, там я глянул. Нет, смотрите, у меня все хп зарегенились у нашей... у нашего замка, да? У нашей базы. Также 140. Сейчас здесь быстренько всех нахлобучим. Быра. Довольно-таки на изи, да? Видите, у меня перезарядка, друзья, 21. 21 снаряд. После этого у нас происходит перезарядка. Хоп, перезаряжается. И мы полетели дальше. Так, у нас какой-то фермер. А нет, какой-то ниндзя идет. Так, уже могу... Опа, и скилл еще. Все, вы победили, все понятно. 900 урона мы все нанесли. Так, давайте, наверное, вот это возьмем. Нет, давайте вот эту волну проапаем. Мне волна эта нравится, довольно-таки она прикольная. Наносит больше врагу. Дамаг, конечно же, тоже берем. Так, выпало так себе. О, нет, смотрите, чуть получше, чем у меня, да? Давайте оденем. Так, остальное все хуже, да? Все понятно. Все продаем, да, друзья? И продолжаем. Давайте забежим еще в один день. Так, здесь у нас еще улучшается. Мы можем подземелье наше улучшить, да, друзья? Так, давайте вот это по...
апаем, пока тем более у нас в два раза дешевле сейчас стало, да, друзья? Уже будет приносить по 2200 каждый день, да? Так, восстановление. Вот это бы, лабораторию бы еще апнуть, да, друзья? Ну, здесь вообще склад, живая стена. Когда битва заканчивается, подземелье становится 0Z. Так, давайте вот это тоже апнем маленечко. Все, друзья, все потратил. Забегаем в день 4. А, сейчас 14 день. Сейчас забегаем в 15. А, нет, 14, все правильно. 14 день у нас. То есть у него мы и забегаем. Так. Смотрите, я про это, шап, этот, взял этот посох, друзья. Здесь уже 16 перезарядок у нас. Ну, то есть количество патронов в обойме, можно сказать. Заклинаний, да? Капец, что я несу, а? Заклинаний в обойме, да, друзья. Вот здесь такая вот петрушка и такой маг. Так, мага разбираем. Босецкого. И все, вроде бы все. Так, урона 1400. Неплохо, ништяк. Так, что прапать? Давайте. Увеличу доход банка. О, возьмем его, пускай приносит больше. Точность, это тоже нормуль. Тоже берем. Так, одеваем. Блин, вот это такой эпический меч, но я не могу никого его поставить. Никому не могу пока меч поставить. Так, все остальное хуже, да? Нет, вот это тоже еще получше берем. Все, автоматически продать. Продать все. Окей, продолжаем. Что у нас там? 12 тысяч, да, друзья? Заходим в подземелье. Что еще? Давайте еще банк, наверное, чуть-чуть апнем. Так, я чувствую, скоро его уже надо будет переставать апать, мне кажется, да? Давайте заходим в день 15. Мне уже нравится. Довольно-таки интересно здесь прокачиваться и развиваться. Куча навыков, куча способностей, куча всяких плюшек, хаврюшек, куча вещей. Еще этот замок прапывать нужно. Так, эльфийского разбираем. Здесь дальше. Тоже дамажим, друзья. Всех по максимуму. Так, босецкий идет. Босецкий раз. И сейчас, если кто еще пойдет, смотрите, давайте их подпустим поближе. Поближе. И волну запускаем. Бэээ, всех сожгли. Ништяк. Фига себе. Огур у нас больше надамажил первый раз, чем я. Офигеть, красавчик, а. Так, что сделать? Давайте вот это возьмем. Давайте навык перезаряжается быстрее. Вот это возьмем. Так, это для лучника у нас. Так, о, можно одеть. Давайте одеваем. Остальное все хламина, да, у нас? Остальное все хламина, да. Все продаем. Можно туда на автоматическую, да, эту, друзья, заходить. Автоматически продать дешевое. Так, что у нас там осталось? Два дня еще изучать, окей. Так, что здесь теперь можно взять? К сожалению, больше нельзя нанять. Количество, максимальное количество наемников 5. А, так можно нанять, что ли? Обалдешечки. Так, подождите, смерть. Левел 11. А что у них такие большие? Ну-ка, давайте наймем. Точно, друзья, оказывается, можно было нанять. Смерть тоже давайте наймем. Так, я могу еще кого-то нанять? Нет, все. Пятерых, да, друзья, можно нанять? Действительно, можно нанять пятерых. Так, они здесь как-то сами прокачиваются, друзья, смотрите, да? Смотрите, талант есть. Таланты еще. Обалдешечки, сколько тут всего. Красота. Пробуждение есть. Продвижение тоже есть. Смотрите, за вот эти вот медальки, да, у нас? Да, клюшек, хаврюшек, друзья, здесь очень много. Все, друзья, я здесь этот видос, наверное, буду заканчивать. И так он у нас уже довольно-таки сильно затянулся. Давайте, пишите в комментариях, стоит ли продолжать прикольную эту игруху проходить. Если вам понравится, будем дальше и дальше здесь развиваться. На этом я заканчиваю, друзья. Желаю всем отличного дня и прекрасного настроения. Ну, а с вами был Бамбуковый Медведь Капанда. Увидимся в следующем видосе. Всем пока-пока.